Да. А Егор, что за мерка это? Это враги? Ты ж говорю, оттуда по звукам все. Или а, Беттер есть, Беттер на юге. Это наш? Беттер у врага. У нас нет Беттеров. Метку ставь метку. И выбивай. Поставь, где-то здесь, на восток ехал. Сейчас я найду его, увижу. Чуть его восточнее и проезжает. Там перед ним, наверное, пехота где-то сидит. Быстро на вашу позицию выкатываемся, смотрите, что мы вас не задавили, и наводите нас по возможности. У меня пока нет прямого. О, он едет. А. На 140 поехал. Это бэха наш. А бэха все еще в лесу на метке. Ребят, смотрите по сторонам, да, сейчас могут на перёж побежать. Ровно юг, сейчас бэху могут заменить, пойдем прикрывать бэху. Я не вижу ровно юг. Ровно юг, зеленка. Развернулся на север, сейчас поедет. Отдымок. Смотри, я... сейчас выкатится. На запад выкатился, на запад. На запад выкатился. Блин, дальше едет. За одну зеленку можешь отработать, там с фугасов, там своих не должно быть. Мы уже заходим. Рамзик, это ББ заряди. Да, это ББшки были. Он сгорел, он сгорел. Я его просто долго до него доходил, это что он сгорел. О, ну что, с почином вдруг? Там БХ по его позиции уже есть. Потихоньку проходим на мою белую. Там наблюдаем, подтягиваем БХ, и под прикрытием БХ мы будем идти по чистым полям. Надо дома еще не посмотреть. Там по танку что не слышно по вражескому? Нет. СВГ дальше идут, лицом проверяют. По дому что ли? Север. Нет, северо-запад. Прямо в упор вам тоже. Метку дал. Ты по РМЗСу? Нет. Увидел там пехотинца вражеского. Там и свой ходит. Рядом с БХ горящий? Да. Thank you.
Арт, бери прицел. Прицел у него. София, он с желтый. В кармане я прицел. Я попытаюсь. От меня на западе чисто противник. Запада, по-моему, так. Ром, Сапочка, сможешь меня восстановить? Смогу. Я вдоль дороги слева лежу, в кустах. Падает. Поехали, подъедь меня, прикрывай. Смещаюсь к домам в карт. Занимаем дома, все заходим в триггер, занимаем дома. Это ПБ, это раздача была. Пошли дальше. Карт, пошли дальше. А со своей зеленой атакуем или как? Свободная пара. Там же наша техника катается. Давайте продавливаем, Вперед заходим в город, чистим город. Я дом займу двухэтажный на севере. Жду, пока дымы пройдут. Ты, блядь, где он? Прям там.
Север в основном где-то идут. Переход, двигаемся, ускоряемся. Проходим через эти леса и как хотите. Проходим триггер. Блять, зачем-то наша БХ ломает дома, в которых мы сидим. Пехота, проходим. Нету этажа, он сломан. Только что они там были.
Вы убили их в доме? 75-е. Двухэтажная, понял. Казарма, что... Первая казарма твоя, на первую. Зеленая казарма свои, белая против. Второй этаж. Оба 75-е. Медики есть? Есть. Есть. Ставьте крестики, мы придем. Сейчас будет. Где-то пацаны вас высадить не должны. В больнице не стреляйте, наблюдаю. На последний? Нет, на втором. Кто перед танком, ложите, даю. Не вижу ни одной метки на своих, считаю врагов. Ага, пип. Тут Беттер стоит. На западном выезде из триггера танк. Можешь добить его? Он дымится. Говорят, что Беттер еще живой, как он был в подарке. Я заметил. Танк живый, который на западе? Живо вижу.